Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками окопную свечу, печку, на самодельном, очень дешевом виде топлива. За основу самоделки взял две консервные жестяные банки. Одну побольше от зеленого горошка, а другую поменьше от рыбной консервы. Этикетки сорву, они больше не понадобятся. У большой банки верх и низ вырежу. Вокруг края банки насверлю множество отверстий. Насверлю множество отверстий вокруг другого края банки. Хочу обратить ваше внимание, банки нужно подобрать, чтобы одна в другую в паз входили, как я подобрал. Они немного, но держатся друг с другом. Теперь понадобится сухой гофрокартон. Чуть меньше высоты банки на картоне сделаю отметки. Начерчу на глаз множество условных линий. Нарежу одинаковых полосок. Вырезанные полоски скручу в один единый рулон. Рулон картона вставлю в банку. Из картона вырежу небольшой фитиль и его вставлю между картоном в центр банки. У вас должна получиться вот такая свеча. Теперь я приступлю к изготовлению дешевого топлива. Свою любимую газовую плитку походную разложу. Подключу газовый баллон. Плитку зажгу и на нее поставлю консервную банку. В банке растоплю половину свечи. В расплавленный парафин добавлю отработанное подсолнечное масло, 70% от объема парафина. Два компонента хорошо перемешаю. Бесплатное подсолнечное масло в разы удешевляет изготовление свечи. Горячим раствором картон залью. Свечи необходимо дать застыть. Когда она застынет, можно уже использовать. Сейчас я проведу испытание. На ровную поверхность поставлю и подожгу. Нужно немного подождать, чтобы свеча разгорелась. Пришло время установить самодельный теплообменник. Поставлю кружку с водой разогреваться. Этот проект печки очень удачный. Коэффициент полезного действия вырабатывается максимально. Прошло не так много времени, вода в кружке запарила. На дне появились пузырики. Это говорит о том, что вода начинает закипать. Вода полностью закипела. Заварю свой любимый чай. Кружку с печки сниму. Очень горячая ручка. Я удачно вскипятил воду и заварил чай. Наличие большого пламени говорит об эффективности этой печки. Можно сказать, что она только что полностью разгорелась. Потушить ее не с первого раза получится. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком и не забудьте подписаться.